Снова здравствуйте. Проведу сегодня еще один бокс-брейк. Вскрытие трех коробок по коллекции Donruss, Panini Donruss 2016. На этот раз полный рендом. Мы не знаем, кому какая команда достанется. Сейчас проведем жеребьевку и приступим к вскрытию коробок. То у нас в Сибири уже темнеет. Наше время 9 часов вечера. Соответственно, надо быстренько все вскрыть. Ну и потом я вам все отпишусь, кому что досталось, какие команды. Ну, на сайте опубликую. Итак, список участников. Здесь нежданно-негаданно я. Как бы 5 мест не выкуплены, останутся за мной. Участвую вместе с вами, друзья мои. Желаю всем удачи, себе меньше всего, конечно. Как-то не хочется, чтобы хитовые карты мне достались, прямо вы остались без карт. Поэтому всем вам удачи. Так, 29 участников как бы распределены. Сначала жеребьевку проводим по участникам, потом по командам. Итак, поехали. Так, 29... Согласно купленным билетам. Сколько раз будем кидать кубик? 7 раз. Сортируем участников. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6. Так, всего 7 раз. Итак, последний раз. Вот список участников, как у нас распределился. Копируем их. Вот так вот. Теперь команды. А вот теперь самое интересное, кому какие команды достанутся. 29 клубов. 29 команд, соответственно. Так, новый список. Команды. Сколько раз будем бросать? Бросать будем 8 раз. Итак, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. На кубиках число 8. Восьмой раз. 8 times. Теперь мы их копируем и узнаем, кому какие команды достаются. Так. Что я не тут скопировал, наверное? Копировать. Вот так вот. Все правильно? Все правильно. Итак, команды. Альберт Фиорентина, Григорий Малыхин Аякс, Вердер Галатасарай, мне Спартак, Фронталис Валенсия, Петро Панатинаикос, мне Ювентус. Какие-то хитовые команды прям. Альберт, Клуб Америка, Руслан Порту, Вердер Лацио, Дмитрий С. Зенит, Джек Дэниел, Пари Сен-Жермен, Михаил Реал Мадрид, Витвит Виталий Барселона, Хевен 44, Шальке 04, Влад Виат Интернационале, Василий 79 ЦСКА, Джек Дэниел Базель, Руслан ПС Вейнтховен, Транк 84 Олимпиакос, мне Бока,
Альберт Бавария, Дмитрий С. Олимпик Марсель, Джек Дэниел Атлетико Мадрид, Риазот Милан, Руслан Ривер Плейт, так, мне Фенербахче, Григорий Боруссия Дортмунд и последняя моя команда Спортинг. Итак, на этом рендом завершен. Опубликую его чуть позже. Сейчас видео снимаем, видео, потом и тут же рендом опубликую. Соответственно. Так, ноутбук нам не нужен. Я его кидаю в сторонку, чтобы он нам не мешал тут заниматься более важными делами. Сейчас, секундочку. Так. Вот они, три коробки. Сегодня уже второй брейк. Уже язык заплетается, так что простите меня, друзья, если буду оговариваться по Фрейду, так сказать. Итак, брейк Донрус. Начинаем. Продолжаем, начинаем. Первая коробка. Снова самый такой момент, который можно будет прокрутить. Открытие пакетиков. Так, еще чуть-чуть пошуршим и начнем вытаскивать карты. Итак, первый бокс скрыли. Вот так ниже, чтобы удобнее показывать мусор в сторонку. И всем удачи еще раз. Хитовых карт. Сразу автограф. Хаби Алонсо, вы видите? Бавария. Ну вот автограф не влез полностью на наклейку. Вот вверх, верхняя часть, как бы вот. Ушла куда-то совсем в крифе, в кось. Хаби Алонсо, Бавария. Бавария продолжает удивлять сегодня. Никак не могут успокоиться футболисты Баварии. Автограф за автографом в основном только Бавария сегодня. Бавария на коне. Хаби Алонсо завершил карьеру. И вот так вот расписался. Можно сказать, не очень. Ладно, поехали дальше. Что-то отсвечивает уже ночь на дворе. Обаменьянг, Боруссия. Пикче Перфект. Аккомплишмент. Карлос Тевес, Бока Хуниорс. Как-то
Это, наверное, темновато уже. У нас в Сибири, сказал, уже темнеет. Поэтому быстрее проведем. Надеюсь, все-таки видно будет на видео. Донрус дебют с Закария Баккали Валенсия. Доминатор Мюллер Бавария. Быстро все проведем. Базовые вообще смотреть не будем особо. Доминатор Клозе Лацио. Златан Ибрагимович Пикчи Перфект Пари Сен-Жермен. Так, Production Line Gold блестит вот так у нас в темноте уже. Милан Монталива. Дани Зенит Сильвер. Следом его партнер по команде Дзюба, тоже Зенит Production Line. И базовые карты. Подсерия Accomplishment Mauro Icardi Internazionale. Криштиану Роналду Picture Perfect Real Madrid. Три базы. Едем дальше. Голд карта Роберт Левандовский Бавария. Так, доминатор Ребров Спартак Москва. Сейчас, в принципе, матч слили. 3-0 Арсеналу. Посмотрел результат. Все печально в нашем футболе. Production Line Андрес Гуартада Эйндховен. Доминатор Тео Гутьеррес Спортинг. И Accomplishment Филипп Лам Бавария. Тоже игрок, закончивший карьеру, как и Хаби Алонсо Баварии. Так, из Спортинга Джефферсон. Production Line Валенсия Пако Алькасер. Три базы. Быстренько всю базу эту пролистываем. Доминатор Голд Мауро Икарди. Отсвечивает вот так уже карта. Интернационале. Так, Picture Perfect Руй Патрисио Спортинг. О, база отлетела. Ничего страшного. Марко Верратти Пари Сен-Жермен. Доминатор Майкл Сиен Панатинаикос. Три базы. Так, подсерийка выкусанная, которая, как говорится. Пресс-пруф 59-149. Диего Годин Атлетико Мадрид. Диего Годин Сильвер. Как чуть раньше выпадала автограф, и одна подсерийка, можно как бы особо уже и не ждать милости от природы. Уже выпала и подсерийка, и автограф. Picture Perfect Гейс Шальки 04. Далее Picture Perfect Халк Зенит. Халк. Так. Голд Мигель Лаюн Порту. Руй Патрисио вратарь Спортинга Production Line. Так, подсерия Доминатор Эдер Баланта Ривер Плейт. Голд Accomplishment Хунтелар Шальке. Так, Донрус дебют Оливер Торрес Атлетико. Доминатор Серхио Рамос Реал Мадрид. Три базы. База. Доминатор Сергей Игнашевич ЦСКА Москва. Мауро Икарди Интернационале Пикчи Перфект.
Так, Кристиан Теллио, Фиорентина, Нани, Продакшн Лайн, Фенербахче, Продакшн Лайн. Данрус, дебют, тиражная карта, труднопроизносимая фамилия, Ричедли Базоер, Аякс, 26 из 49, Ричедли Базоер из Аякса. Хоть две тиражки положили в этот раз. Ребров, Пикче Перфект, Спартак Москва. Пикче Перфект, Ван Перси, Фенербахче. И тут по три базы. Так, Кагава, Боруссия Дортмунд, Голд. Доминатор, Хевидес, Шальке 04. Мануэль Нойер, Продакшн Лайн, Бавария. Александр Кокорин, Пикче Перфект, Зенит. Аккомплишмент, Игорь Конфеев, ЦСКА. Ой, это база. Извиняюсь, уже вечер. Карты падают из рук. Так, Пепе, Реал Мадрид. Продакшн Лайн, Фортунис, Олимпиакос. Донрус, дебют, Голд, Закарий, Бакали, Валенсия. Так вот, на солнце она. Пикче Перфект, Пак Алькасар, снова Валенсия. Два игрока испанской Валенсии подряд. Филиппе Мелло, Интернационале. Доминатор, Карлос Тевес, Бока. Далеко сейчас не в Боке он, а в Китае, наверное, уже миллионы подсчитывает. Карлитос. Дарус, дебют, Макс Майер, Сильвер. Левандовский, Пикче Перфект, Бавария. База-база, крайняя пачка первого блока, первой коробки. Что мы имеем? Лукас Подольский, Галатасарай, Голд. Гаррет Бейл, Продакшн Лайн, Реал Мадрид. И три базовые карты. Итак, первая коробка у нас вскрыта. Вытащили автограф и две тиражки. Как я уже чуть ранее говорил, с тиражками прямо беда. Совсем их мало на коробку. Очень-очень мало. Не будем переживать. Едем дальше. Нужен нам хит. Хитище просто. Просто-таки супер хитище. Что-то все это уже расползлись пачки. О. Так, вторая коробка пуста. Так, вот ее. Процедура вскрытия пакетиков. Грустная процедура. Может, нет. Не знаю, я свои видео как-то особо не смотрю. Наверное, это смешно смотрится. Тут сидит дядя с ножницами, вскрывает пакетики. А потом вау! И что-то мы достанем. На весь интернет как закричим. Вау-вау! Так.
половина есть. Пакетики загнуты. Не выдержали переезда из одной стороны в другую. Так, итак, совершаем портняжное дело. В сторону. Коробка номер два. Поехали, удачи. Гаррет Бейл, Production Line, Real Madrid. Доминатор, Фернандо Торрес, Атлетико де Мадрид. И Accomplishment, Хунтелар, Шальке 04. Далее три базы. Так, тут у нас какая-то вырезанная карта. Оп. Фернандао, Фенербахче. Номер 49 из 149. Фернандао. Турецкий клуб Фенербахче. Тиражная карта. Едем дальше. Джерард Пике, Барселона. Снова Гаррет Бейл, Production Line. Так, доминатор Неймар, Барселона, Голд. Вратарь Мойзес Муньос, клуб Америка, Пикче Перфект. Три базовые карты. Мигель Лаюн, Порту, Сильвер. Доминатор Иньеста, Барселона. База. Все перевернуто. Пикче Перфект, Хамес Родригес, Реал Мадрид. Пикче Перфект, Лукас Биглия, Лацио. Хитовая карта, Донрус, дебют. Хосе Хименес, Атлетико Мадрид. Мозаик. Вот переливается мозаик. Видно вот так. 10 из 15. Мозаик. Мозаик, значит, не будет автографа. Как я понимаю. Вот так вот. Хосе Хименес, Атлетико. Донрус дебют. Дебютант. Далее. Под серией Accomplishment Гаррет Бейл, Реал. И Игорь Кенфеев, ЦСКА. Донрус дебют. Кингсли Коман, Бавария. Доминатор Калинич, Фиорентина. Так вот, как прям игральные карты как-то устроим тут. Колоды. Лукас, Донрус, дебют ПСЖ. Пикче Перфект, Фиорентина снова, Никола Калинич. Николя. Или Калек.
по-русски. Роман Еременко, ЦСКА. Сильвер. Продакшн Лайн Фортунис Олимпиакос. Клуб Олимпиакос. Потеря Аккомплишмент Гаррет Бейл Реал Мадрид. Пикче Перфект. Снова Гаррет Бейл. Снова Реал Мадрид. Два Гаррета в одной пачке. Аккомплишмент Халк. Зенит Голд. Карта Аккомплишмент Лам. Бавария. Так, три базы. Шкодран Мустафи, Валенсия, Голд. Доминатор Акинфеев, ЦСКА. Далее три базы. Перемещаемся ко второй кучке. Матюиди, ПСЖ, Голд. Артем Дзюба, Продакшн Лайн, Зенит. Грек, Продакшн Лайн, Константинос, Фортунис, Олимпиакос. Доминатор Джимми Дурмас, тоже Олимпиакос. Одноклубник. Аккомплишмент Тевес, Бока Хуниорс. Так, Гаррет Бейл, Голд, Реал Мадрид. Нани, Продакшн Лайн, Фенербахче. Три базы. Орибе Перальта, Голд, Клуб Америка, Продакшн Лайн. Лукас Пищик, Боруссия Дортмунд. И Руй Патрисия, тоже под серия Продакшн Лайн, Спортинг. Пикче Перфект, Лукас Биглия, Лацо. Пикче Перфект, Силисен, Аякс. Анвар Эль-Гази, Аякс. Доминатор Пака Алькасер, Валенсия. Три базовые карты. Пикче Перфект и Альваро Негредо, Валенсия, и Родриго Мора, Ривер Плейт. Базу не называю, так, пролистываем. Данрус дебют, Хосе Хименес, Атлетико. Он уже у нас попался сегодня под серией Мозаик. Доминатор Эдер Баланта, Ривер Плейт. Так, Пикче Перфект, Антонио Кондрево, Лацио. И та же под серия Марко Верратти, Пари Сен-Жермен. Хавьер Маскерано, Барселона. Продакшн Лайн, Пака Алькасер, Валенсия. База. Доминатор Голд, Фернандо Муслера, Галатасарай. Пикче Перфект, Пабло, Даниэль Освальдо, Бока.
Так, крайняя пачечка второй коробочки. Что мы имеем? Сенат Лулич Лацио Илья или Ильяич. Марка Икарди Интернационале Доминатор. И три базовых карты. Итак, в этот раз у нас мозаика, одна тиражка. Ну, говорил уже, тиражик, кот наплакал. Сейчас уберу. Третья коробочка на сегодня осталась, родная, не подведи нас. Выдай нам хитище. Чтоб мы не зря сидели у экрана, смотрели видео. Коробочка пуста. В сторону ее. Снова немного поработаю ножницами. Вы можете пока кофейку себе сварганить. Пока я тут управляюсь, придете, я все еще с пакетиками с этими вожусь. Ютубер на старости лет тоже мне. Так, с половиной справился. Так, в сторонку, чтобы не мешал. Третья, заключительная коробочка на сегодня. Поехали. Данрус дебют Баккали Валенсия. Доминатор ребров Спартак. Снова Данрус дебют Лусиано Вьетто, Атлетико Мадрид. Пикче Перфект Арьен Робин Бавария. Три базы. Дзюба Зенит Ксильвер Продакшн Лайн Ракитич Барселона. Карлос Бака Милан Пикче Перфект. Тоже снова та же подсерия Пикче Перфект. На этот раз Неймар Барселона. Неймар Джуниор. Снова Джуниор. Неймар, который Барселона Голд.
Доминатор Тевес Бока Хуниорс. Продакшн Лайн Маура Икарди. Юридическую заплетается, простите, сразу меня. Интернационали. Так много не говорил давно. Доминатор Бенедик Хёведес Шальке. Аккомплишмент Лионель Месси Барселона. Тиражная карта. Видите, кто там? Там Игорь Акинфеев, ЦСКА. Номер тиражки 133 из 149. Игорь Акинфеев, ЦСКА, Москва. Так, Джеймс Родригес, Реал Мадрид. Далее, Production 9, Коки, Атлетико де Мадрид. В конце брейка краткий обзор хитов. Тиражная карта из 49, 35 из 49, Родриго Бентанкур, Бока Хуниорс. Бентанкур из Боки. Такая карта вот. А ведь хочется автограф, ребята. Тут нам такие тиражки 49 подсыпают. А вот следом снова тиражная карта Асвальда. Снова Бока Хуниорс 36 из 49. Видно, сегодня мы пролетаем с автографом. Всего один будет на три блока. Две тиражки на один подряд в одном пакетике. Пикче Перфект, Пабло Даниэль Освальдо, Бока Хуниорс. Аккомплишмент Игорь Кенфеев, ЦСКА. Пикче Перфект, Марко Рёйс, Боруссия Дортмунд. Вот так в одном пакетике. Две тиражные карты и куча подсерийек попалась. Был бы каждый пакетик такой. Вулкан Демирель, вратарь Фенербахче. Доминатор Серхио Рамос, Реал Мадрид. Далее база. Тео Гутьеррес, Пикче Перфект Спортинг. И Пикче Перфект Альваро Мората, Ювентус. Пакетика. Не отвлекаемся, едем дальше. У Шальки 04 Эрик, у Чупа Мотинг, если я правильно прочитал. Продакшн Лайн Иван Перешич, Интернационале. И база. Криштиану Роналду. Оу. Мозаик попался. Криштиану Роналду. Пикче Перфект. Первый из 15. Под серия Мозаик. Он как играет. Мозаик. А я уже думал, что ничего такого хитового из 49. Думал, подсунули нам. Нет, из 15 на этот раз. Роналду. Криштиану. Так вот, будет радовать коллекцию. Подсерия Мозаик. Номер 1 из 15. Хороший номер. Едем дальше. Игорь Конфеев, Accomplishment Gold. Accomplishment. Далее Роберт Левандовский, Бавария. Давайте с еще нам еще хитов побольше. Сыпьте больше нам хитов. Данрус дебют, Оливер Торрес, Атлетико Мадрид. Доминатор Хёведес, Шальке.
что вы не хотите вылазить. Подсерия Доминатор, Серхио Рамос, Реал, Де Мадрид, Пикчи Перфект, Аксель Вицель, Зенит. Далее база. Игорь Акинфеев, ЦСКА, Production Line. Много было Акинфеевых. Далее Ребров, Спартак, Москва. Production Line, Марк Янко, Базель. Акинфеев и Ребров в одном пакетике. Ой, Доминатор выпал. Кавани, Доминатор, ПСЖ, Голд. Пикче, Перфект, Муса, ЦСКА. Три базы. Так, это база-база. Николас Лодейра, Бока Хуниорс, Голд, Доминатор, Левандовский, Бавария. Снова три базы. Пака Алькастер, Production Line, Валенсия, Манданда, Пикче Перфект, Олимпик, Марсель и Аккомплишмент, Абаминьянг, Боруссия, Дортмунд. Патрис Эвра, Ювентус. Манджукич, тоже Ювентус, Production Line. И снова Ювентус, Поль Погба, Пикче Перфект. Так, далее. Джерон Зоид, Эйндховен, Пикче Перфект, вратарь Эйндховена. Три базы. Ислам Слимани, Спортинг. Доминатор, Хесус Корона, Порту. Данрус дебют Барселоны, Мунир Эль-Хаддади. Пикче Перфект, Тео Гутьеррес, Спортинг, Лиссабонский. База-база. Хонда, Милан. Production Line, Пиральта, Клуб Америка. И три базы. Крайний пакетик сегодня у нас с брейка. База-база. Аккомплишмент Буфон, Ювентус. Снова аккомплишмент Касилья, Порту. Два вратаря подряд завершают сегодняшний брейк. Итак, что нам выпало сейчас? Показываю. Первая коробка. Базоер, Аякс, Данрус, дебют 26/49. Диего Годин, Атлетико Мадрид, 59/149. Автограф. Конечно, автограф маленько вылез, верхняя часть его. Хаби Алонсо, Бавария. Автограф не номерной. Далее у нас Фернандао из Фенербахче, 49/149. И подсерия Мозаик Донрос дебют. Хосе Хименес, Атлетико де Мадрид, номер 10/15. И в третьей коробке мы имеем Акинфеев, ЦСКА, 133/149. Родриго Бентанкур, Бока Хуниорс, 35/49.
Picture Perfect под серия тоже из Boca Juniors. Пабло Даниэль Освальдо 36 из 49. И вытащили в конце уже Криштиану Роналду Реал Мадрид. Мозаик Picture Perfect номер 1 из 15. На этом сегодня завершаю брейки. Спасибо всем, удачи, успехов. До новых встреч, друзья. Пока-пока.